Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд по The Isle of Rima. А конкретно, что делать, если вы отравились, переели или случайно съели свой вид динозавра, и у вас начался каннибализм, спазмы и прочее. Собственно, мы это разбирали в двух гайдах по системе диет, ссылки будут в описании. Итак, в игре пока что существует два вида динозавров, которые могут есть свой вид, и им ничего за это не будет. Карнотавр, дейнозух, но если ты новичок в игре, через кнопку Tab посмотри, что входит в состав твоего питания. Ну уж, если вы все-таки съели тухлое мясо, съели куски мяса своего вида, что же делать? Во-первых, у вас начнутся спазмы. Все это будет показано в статистике вашего динозавра. Из-за спазмов ваш динозавр начнет сам кусать воздух. Не советую при этом находиться рядом с вашими тиммейтами, вы можете их укусить. При этом еще вашего динозавра может вырвать. Вы потеряете почти всю еду, воду, а также нутриенты. Как от этого избавиться? У вас есть возможность найти целевые лизунцы на карте. Выглядят они примерно так. Подойдите к ним, нажмите на Е, ваш динозавр съест кусочки соли. И у вас пройдет отравление. Но сами спазмы не пройдут. Спазмы проходят в течение 25-30 минут. Либо ищите нужные нутриенты, забивайте желудок. Таким образом, у вас появятся бафы, которые быстрее снимут спазмы. Кстати, о травоядных. Травоядные тоже страдают отравлением. Это относится ко всем, кроме гипсилофодона. Если вы на травоядном съедите грибы, принадлежащие к нутриентам гипси, то вас ждут спазмы и отравления. Ну что же, надеюсь, данный гайд вам обязательно поможет. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. И не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. И жмите колокольчик. До встречи!